вопрос о передаче Дома журналистов безвозмездное пользование нашей краевой организации журналистов удалось решить так быстро, в значительной степени благодаря помощи со стороны Григория Савко и депутата городской думы Максима Тебелева. Они сделали все возможное, чтобы в кратчайшие сроки юристы гордумы и мэрии проанализировали ситуацию, предложили решение этой проблемы. Вопрос был вынесен на рассмотрение депутатов. Я хочу отметить, что думцы единогласно поддержали это решение. Никаких вопросов с их стороны не последовало. Я очень благодарен за это депутатам Пермской городской думы. А теперь союз журналистов находится на занимаемых площадях на законном основании, на минимум на 5 лет вперед. Это позволяет нам уверенно чувствовать себя, сохранять нынешние проекты, разворачивать новые, чтобы заниматься тем, чем и призван заниматься союз журналистов. Теперь мы будем активно работать в поддержку Пермской прессы.